Всем привет, вы на канале интернет-магазина Лампа.ua, меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет люстра от производителя Wunderlicht. Это подвесная люстра, она на 5 плафонов, изготовлена полностью из металла, черный цвет, покрытие глянцевое, также есть немного золота. Еще в коллекции предлагаются две модели полностью белого цвета, они есть на 3 и 5 точно таких же плафонов. Размер плафона 16 сантиметров на 17, внутренняя поверхность плафона белого цвета. Плафоны поворотные, то есть он может быть даже вот так, сам луч света можно направить горизонтально. Патроны здесь Е27 из термостойкой пластмассы, максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт, лампочки приобретаются отдельно. Я установил LED-лампы потреблением 6 Вт, а выдает каждая такая около 50. Включенной люстра выглядит вот так. Ну, с 5 лампами, конечно, поток света здесь будет серьезный. А если плафоны вот так вот направить немного в стороны, то этот поток света от люстры, он, конечно, охватывает довольно большую площадь. То есть такую модель можно рассмотреть даже для освещения, для основного освещения комнаты. Площадь комнаты может быть до 18 квадратных метров. Высота максимальная здесь 78 сантиметров. Длину шнура можно изменять каждого, то есть их здесь же 5. Минимальная высота может быть порядка 30 сантиметров. Крепится она с помощью монтажной планки. Диаметр этой чаши 15 сантиметров. Ну а сама планка длиной 13,5 сантиметров. А на этом у меня все. Кому понравилось данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.